Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы играем в Чарджерс. Да, первое видео с микрофоном, мне удивляется, все его. Начинаем? Поехали! I know it's been a while since we last spoke, but something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me. No more make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's something big on that island. Real big. So many friends. And even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me. У меня нет старых друзей. Только новые. For a little monster hunt. Вот он. Криповый поезд, Чарльз. Я не играл так-то почти. Ну, половину там на стриме поиграл. Я спать. We've been planning his demise for some time now, and have nearly everything in order. Just a few people to meet, and places to see. Я пошутил. Simple errand, you know. Yes, sir. Welcome to the island. Моя работа. Dig their own graves. Stay close. Charles is leaving to be around here. There's one of the train. If we can stay. Побежали. Погнали. Дед спортсмен. Я это уже. Я половину проходил, я знаю, как это чудовище выглядит. Надо как отогнать его. Пахкур, новое отделение. А можно кирку взять его? Ему лицо чаранки прямо. Можно? Если бы можно было бы, то я бы его поставил. А так стереотип. Погнали, мой поезд, понял. Мой поезд. Иди куда подальше, это мой поезд. Well, that gun weakened. Are you... Yeah, baby! Ну чё, Чарльз, такие? Да, Я все равно не иду. Пошел отсюда. Укусы где-то там, да. Первое задание вот это, остальное да. Сюда. Ой, блин. Из-за Юджина он мне... Костя начал немножечко. Да. Кстати, ребят. Чарльз уже на пивовой завтрак, что можете заходить, я вас съем. Ебать его. Так что устанавливайте. Мод для пивов поиграл в описании. А сама игра. Сразу бесплатно и в Стиме. Тоже под описанием, если хотите
Если что, я нечем скинуть, у меня бабла нету. У меня бабла нету, я бомжата. Я одно только не знаю. Задание с оружием. Это типа, когда я выполню задание, мне дадут оружие. Вот тут. Я только огнемет знаю, остальные нет. Главное, чтобы чанж не встретился. А то он меня убьет 100%. Он автоматически. Когда ты упадешь, он останавливается, да? Я же касаюсь только вот этого. Если эта игра зайдет, то мы можем сделать пару серий. Скоро будет новый человек, полагаю, это ты и есть. У меня на блокноте лежит немного хлама, кожа на балконе. Я все понял. На балконе. А где он? Нет, балкон. Это балкон. Да? Да. Это я балкон. Хлам это мусор, а мусор это говно. Что? Чё так мало? Давай много, но больше. Больше. Я могу. Угу. Когда я стреляю по чарлизу, у меня хлам прибавляется. Я уже это проверял, потому что я уже проверял на стриме там. Пострелял в чат, и хлам давался. Я только хлам все делаю. Мне нужен один хлам. Понятно? Что? Да, пустил. Я пока хотел понимал, что тут делать. Взломайте даму на сундуке, на свалке дыри. Это 1000 километров от меня. Я сам. Я бежал 1000 километров. Ради одного сундучка. Ненавижу. Самое бесчеловечное это этот сундук. Я графику на низкую поставил, чтобы было легче. Без брони не пита. Да похуй, ты! Чё погнали, ты? Баба. Погнали. Хлам. Хлам. Да, мы будем, конечно, херуем тебя. А чё за жил-то? Чё, пёрнул?
электрошокер. Ты вернул в электрошокер, как ты мог. Дай потушу. Здесь подтягивают. Я это уже все знаю, потому что я выходил до огнемета. А до остальных оружий? Нет. Ой. Карточка. Да. Да сколько вот этих, а? И сейчас вот сейчас, что я побегу назад. Так, снова ничего нету. И не все-таки есть. Вот мой огнемет, все нормально. Теперь можем его замедлять. Замедление 5! Скоростальность 5! Офигеть. Дальность 1. Уход 1. Уход 2. Дальность 3. Замедление 3. Скоростальность 3. Все 3. Да, нормально. Потом вернемся к нему. Сначала будем ехать вот сюда. Я не знаю, короче, в общем, как будем ехать, что потом через появится, то есть нападет. 100% я уверен. Я уверен на 100 миллиардов %. Кстати, я видел, как получить эту серую краску. Ну, ты как-то вот так уже на это. Что там? Чао? Что? А нет, это лучше. Чарльза нету, это хорошо. А вот он там. Я остановился так далеко. Чего ближе может появиться? И то у него скорость, когда гонится 1070. Это нормально вообще, а? Не спрашивайте, откуда это я это знаю. Просто нашел информацию в интернете. Если сейчас будет Чарльз, то я просто побегу. Куда попадает? Как флеш. Кто не знал, что кто такой флеш, вот как титул. И где-то тут. Это краска. Да, вот она. Вот да, серая краска. My good, so I, although it's a dangerous, I'll give you. Это опасное вообще-то. Вот сюда. Да ты издеваешься, что ли, надо мной, а? Какой еще тебе дневник? Ты мне нужен никакой дневник. Ура! Ура на ура! Победа на ура! Что-то там немножко ничего. Ну, я не знаю. Не, ну поезд
Не, ну поезд в начале вообще прикольный. Вот это. Да, еще одно оружие будет, я увидел. До этого я не видел. Даже думаешь. You know, if you actually want to win this fight, you'll need some serious firepower. Прикинь, если прикинь, если чар прямо над тобой, а ты прыгаешь. Если бы произошло с тобой, прячешься. Закрыто. А я не понял. Хотите кушать? Вы хотите кушать? Сначала я сделаю основные задания. Сначала я сделаю вот это. Вот это задание и вот это задание, потом вот это. Слушайте, а я приведу. А это почему? Видите, вот это чах. Так что ну нахрен. А ладно, похрен, я его отгоню. Надо приготовить пушки. Ну стоп, как я буду атаковать впереди? Этого я не прочитал. Прочитал. Можно вот в это. Не хочу к нему. Все маты было тут замутили. Это даже в начале видео бегало. Ну некоторые еще слова там как. Сначала едем на основном задание. Хоть бы поиск ребят не переделился. Не опередился. То с первой. А то вот. С этой стороны я не хочу с ним стоять сейчас на свет, и конечно. Надо еще несколько раз обнаружить пещеру. Там что там пещера или ты улетел. Я не знаю, это правда или нет. Но походу правда, потому что я в Ютубе. Я вообще в эту игру не играл, только на стриме. Мне показалось? Или там был Чарльз? О, показалось. Как стрёмно ехать, когда рядом как поезд паук. Прикиньте, как стрёмно. Ладно, на этом мы пока что закончим. Если вам понравилось это видео и понравилась эта игра, то я сделаю пару серий. Я уже этого не говорю. Ну ладно, я пока.